мне на страничке, вы все наверняка видели вот это видео. Давайте разберемся, как его сделать. Идеально снимать такой кадр, конечно, на кровати и иметь возможность снимать сверху, но вам нужно будет два человека. Можно попробовать снять на бимбеге, но тогда ваша камера должна обязательно стоять на штативе. Вам нужно примерно рассмотреть, чтобы в ваш кадр помещался и мишка или какую-то игрушку, которую вы будете использовать, и малыш, и примерно продумать траекторию движения. Должно получиться 16 кадров. А как правильно настроить камеру, читайте в описании.